Чаще всего на внутреннем уровне они ощущают, что происходит внутри. И если немножко не складывается ритм сердца, где-то немного каких-то вязких барабанов, да, внутри ощущение тяжело, она как бы, ну, с какой-то тяжестью двигается, и может быть все хорошо, и может быть оркестр играет, и все великолепно, но ритм сердца не совсем в порядке, когда люди профессиональные, они понимают, в чем дело. То есть надо подтянуть уложение.